Троглозавры. И тогда лесная фея воскликнула: «Вы больше никогда не будете есть деревья!» Она взмахнула волшебной палочкой и навсегда прогнала зубастых троглозавров из своего леса. Конец. Ой, какая молодец! У этих троглозавров и правда такие большие зубы и когти, и хобот. Флора, а почитай мне еще что-нибудь. Обязательно, только попозже. Ты пока поиграй со Сквики, а нам с ребятами надо обустроить цветочную поляну. Ай, когти троглозавра! Что случилось? Вот! Фортуна, ты слишком впечатлительная. Какая? Впечатлительная. Троглозавры – это злодеи из сказки. Их не существует. Книжка фокусов с автографом самой леди Фокус. Спасибо. Ага. Спасибо. Ой, инженер, извини, у меня больше нет книжек. Как нет? Я же так ждал. А когда будут новые? Не знаю. В типографии сказали, бумага закончилась. Бумага? Не проблема. Будет им бумага, а тебе новые книжки. Флора, там хобот троглозавра. Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать. Ай, помогите! Зубы троглозавра! Ай, хвост троглозавра! Наверное, ребята правы. Я слишком Ой! Это же следы троглозавров! Надо рассказать ребятам! Ой, хотя нет, это же все моя липетность. Точно, троглозавры! Ребята, в нашем лесу троглозавры! Я видела глубокие следы и пенечки. Они уже начали есть лес. Фортуна, милая, ты просто сильно впечатлилась сказкой. Следы, которые ты видела, это всего лишь кротовые норки. А пенечки наверняка от бобров. Они обгрызают деревья у основания и валят в воду, чтобы построить из них плотину. Не надо смеяться. Бояться и быть впечатлительной – это нормально. Тем более в таком возрасте. Я не влептеплительная. Это точно троглозавры. Я вам докажу. Спасибо, инженер. Из типографии уже доставили книжки. Держи. Ух ты! Теперь у меня есть книжка фокусов с твоим автографом. Мне бы еще книжек для предстоящего концерта. Не мог бы ты достать еще бумаги? Еще бумаги? Не проблема! Так, следы ведут сюда. Ой, что это? Троглозавр! Я не позволю тебе есть деревья! Сила клевера! Зеленая тревога. Беатрис, выведи, пожалуйста, стрековизор на экран. Куда подевались деревья? Их явно не бобры погрызли. Да и ямки не похожи на кротовые норки. А вдруг Фортуна была права? Это действительно троглозавры. А где Фортуна? Она же в лесу! У природы беда! Команда Флоры спешит туда! Сила лианы! Сила лотоса! Сила перекати-поля!
машина для спиливания деревьев. Но кто же ей управляет? Похоже, никто. Она на автопилоте. Ребята, помогите! Я застряла! Лена, хват! Сделай захват! Репей-намет без промаха бьет! Кручусь, верчусь, под крыглозавром качусь! Вот пульт управления! Сейчас я выключу его! Как здорово! А можно еще книжек? А то впереди гастрольный тур! Конечно! Значит, это не троглозавр? Нет, троглозавр тот, кто изобрел эту машину. Нельзя так бессовестно вырубать лес. Смотрите! Ого, сколько же их! Так, эта кнопка, скорее всего, вернет машину к пульту управления. А значит, там тот, кто ею управляет. Я полечу за ней, а вы пока задержите остальных. Как много книг! Спасибо! Инженер, так это твоих рук дело! Флора, мы остановили троглозавров, то есть машины. Но сюда едет еще целая рава, нам не справиться. Инженер, выключи скорее свои машины, иначе будет катастрофа. Выключить? Ага, сейчас. Не получается, заклинило. Позволь мне. Пусть случится волшебство, все сработает легко. Заработало. Значит, ты пилил деревья, чтобы изготовить книжки для Леди Фокус? Да, в типографии закончилась бумага, а она делается из дерева. Ты знаешь, что твои машины чуть не вырубили весь лес? Всего должно быть в меру. Если вы срубили одно дерево, то взамен нужно посадить 10. Иначе на земле совсем не останется деревьев. Беатрис, расскажи об этом, пожалуйста. Ежегодно в мире вырубается около 15 миллиардов деревьев. Это ведет к катастрофическим последствиям. Наводнение, исчезновение животных, увеличение парникового эффекта и глобальное потепление. Кроме того, леса вырабатывают кислород, без которого люди просто не смогут выжить. Как-то я не подумал о последствиях. Впредь буду более разумным. Теперь надо придумать, как восстановить лес. У меня есть идея. Флора, держи семечко. А теперь брось его в ямку. О! Лоти, твой черед. Магия полна чудес. Вместе мы посадим лес. Ха, хороший фокус. Но такими темпами нам не восстановить лес. Слишком много вырублено. О, я буду раздавать семена на концертах. Вместе со зрителями мы быстро посадим новые деревья. А я тоже кое-что придумал. Ура! Троглозавры стали добрыми! Теперь они не едят лес, а сажают. Ага. Фортуна, прости, что не всерьез воспринимали твои слова про троглозавров. Еще и посмеивались над тобой. Прощаю, я ведь и правда слишком впечатлительная. Да. Фотосинтез. Фортуна, что случилось? Я делала уборку, а там паук. Паук? Кажется, кто-то чего-то боится. Ничего я не боюсь, я его мигом прогоню. Ну-ну, предоставь это лучше настоящему храбрецу. Что? Да я такой храбрый, что могу даже на скалу залезть без страховки. Подумаешь, а я могу прыгнуть в бурлящий водопад с закрытыми глазами. А я...
Пойдем, я уберу паука. Привет, фермер! Привет! А у меня для тебя подарок! Подарок? Вот здорово! Обожаю подарки! Угу. Ой! Это экзотическое растение называется кактус! О! Знал, что понравится! Еще на нем распускаются красивые цветы! Цветы? А как они выглядят? Ну, я не знаю. Они редко распускаются. А, чуть не забыл. Кактус очень долго был в дороге. Его нужно хорошенько покормить. Хорошо. Ладно, я пойду. Пока. Пока. Спасибо за подарок. О, цветы еще не скоро, а колются уже сейчас. Как бы от него обезопаситься? О, придумал! Ну вот, там он точно никого не уколет. А когда распустятся цветы, я перенесу его на солнышко. Так, здесь его нет. И здесь тоже нет. А я могу прыгнуть в бассейн с акулами. Подумаешь, ты где паук? Я пришел его прогнать. Нет, это я пришел его прогнать. Пока вы там выясняли, кто из вас храбрее, паук куда-то уполз. Жаль, я бы даже бровью не повел, будь он тут. Паук! Ай! Это я от неожиданности. Ага, и я бы в легкую с ним справился. Зеленая тревога. Зеленая тревога. Проблема на ферме. Беатрис, выведи, пожалуйста, стрековизор на экран. Что это с Беатрис? Ей не хватает энергии. Возможно, испортились солнечные батареи. Как же мы узнаем, что там случилось? Не волнуйтесь, я все выясню. Лучше посиди дома, а то вдруг там нашествие пауков. Этим делом займусь я. Еще чего? Да пауки падают в обморок при виде меня. Ха! Ты хотел сказать, что это ты падаешь в обморок при виде пауков. Так, хватит, отправляйтесь оба, а мы пока починим солнечные батареи. У природы беда, бесстрашный скаут спешит туда. Нет, это Бак спешит туда. Нет, скаут. Нет, Бак. Скаут. Бак. Нет, скаут. Ладно. Сила перекати поля. Сила репейника. Привет, фермер! О, ребята, привет! Чем обязан? Где тут у тебя пауки? То есть опасность? Я приехал устранить ее! Нет, это я приехал ее устранить! Опасность? Да вроде все в порядке! Ладно, я смотрюсь пока, а ты посиди в сторонке, а то наткнешься вдруг ненароком на божью коровку! Так, что тут у нас? Ты чего? Ну, там чудовище, вот с такими шипами! А говорил бесстрашный. Сейчас я тебе покажу, что такое настоящая храбрость. Ой-ой-ой.
Похоже, чудовище спит. Надо его обезвредить. Ты ведь самый храбрый, иди первым. Нет, ты храбрее меня, сам же говорил. А давай устроим ему ловушку. Чудовище проснется и бац! Нам даже приближаться к нему не надо будет. Хорошая идея, давай. Солнечные батареи в порядке. Вернемся на базу. Проблема на ферме. Из-за нехватки солнечной энергии погибает экзотическое растение кактус. Скаут, Бак! Выходите на связь! Привет, Флора! Отважный Бак и бесстрашный Скаут с заданием справились. Тут у фермера колючий монстр. Но скоро он окажется в нашей суперловушке. Это не монстр, это экзотическое растение, кактус. Его срочно нужно вывести на солнце, иначе он погибнет. Я спасу кактус! Нет, я спасу! Нет, я! Нет, я! Нет, я! Нет, я! Ой! Ой! Кажется, у нас проблемы. И зачем мы только спорили? Теперь из-за нашей глупости погибнет это экзотическое растение. Не погибнет! Флора, ребята! Лотти и Лия, вывезите скорее кактус на солнце. Фортуна, помоги освободить мальчиков. Ой. Простите, что провалили задание. И спорили, кто храбрее. Мы оба поступили глупо. Угу. Хорошо, но в следующий раз будьте ответственнее. Привет, Флора! Ну что, нашли опасность? Ой, мой кактус! Зачем вы его достали? Фермер, а зачем ты убрал его в хлев? Как зачем? Чтобы никто не укололся. Из-за этого кактус чуть не погиб. Ему, как и другим растениям, просто необходим солнечный свет. Беатрис, расскажи об этом, пожалуйста. Под воздействием солнца в растениях образуются органические вещества, благодаря которым они живут, растут, цветут и образуют плоды. Этот процесс называется фотосинтез. С его помощью растения поглощают углекислый газ и воду и выделяют кислород, которым дышат другие живые существа, включая людей. Ого, виноват. Просто это чудовище, то есть кактус, такой колючий. Ах, какой красивый цветочек! Ой! Наверное, мы никакие не храбрецы. Обычного кактуса испугались. А мне кажется, мы очень храбрые. Мы ведь думали, что это чудовище. И не побоялись устроить ему ловушку. А ты прав, мы очень храбрые. Паук! Всегда готов. Нельзя допустить, чтобы огонь распространился по лесу. Это же не настоящий огонь. И лес тоже. Зато тренировка настоящая.
ребята, мы уложились в норматив. Ха, теперь бы я уложился в гамачок со стаканчиком прохладного лимонада. Познакомься с моим новым дроном-помощником, Скаут. Правда, до гамачка придется топать самому. Лучше бы ты, Флора, научила его тушить пожары. Тогда бы нам не пришлось постоянно тренироваться. Скаут, быть готовыми к пожару – наш долг, как защитников природы. Это так, но Скаут прав. Пора сделать пожарную безопасность более продвинутой. Костер надо потушить. О, такую птичку я еще не снимал. Представляю вам дронов пожарных! А они справятся? Мы ведь давно тренируемся, а эти, ну, только на свет появились. Справятся! Они, можно сказать, прирожденные пожарные. Ура! Ну, не знаю. Бак, хватит занудствовать! У тебя что, дронобоязнь? Помните, как Беатрис сломалась, и стрековизоры работать перестали? Вдруг и с этими такое случится? На этот случай я сделала дронов пожарных автономными. Они не связаны с Беатрис, работают сами по себе. В зеленом городе больше не будет пожаров. И пожарных тренировок! Ура! Ну, как вы тут, мои тюльпанчики? Хотите, чтобы вас полили? Сейчас. Зеленая тревога. Зеленая тревога. Беатрис, выведи стрековизор на экран, пожалуйста. Ой, ой-ой-ой, что же такое? Фермер, что с твоими цветами? Наверное, какой-нибудь вредитель. 4 вредителя! Железных! Железных? Ага, с пропеллерами! Нет-нет, дроны пожарные не могли так поступить! Наверное, клумба загорелась! Ничего у меня не загорелось! Срочный вызов от пекаря. Фермер, нам нужно переключиться! Убери пену и обработай цветы питательным раствором! Флора, ребята, на помощь! Пекарь, у тебя пожар? Не бойся, дроны пожарные все потушат. Нет у меня никакого пожара. Эти железяки явно что-то задумали. Прекратите сейчас же! У пекаря беда. Команда Флоры спешит туда! Сила Лианы! Сила Репейника! Сила Клевера! Сила Лотоса! Сила Перекати Поля! Я не могу, они же автономные. Чудо-репей, патрон убей! Ой, ой! Ого, они еще и защищаются. По программе дроны должны устранить все препятствия, которые мешают им тушить пожар. Вот только пожара никакого нет. Пекарь, у тебя точно ничего не горело? Нет, даже булочки не подгорели. Ой, еще тепленькие, правда все в пене. Эх, жаль, не съешь. Я поняла, булочки были горячими, печка тоже. Дрон решили, что это опасно, и принялись все тушить. А клумба фермера, ее-то они зачем потушили? Потому что цветочки красные, на огоньки похожи. Я
Боюсь, я плохо настроила программу, ребята. Но у меня есть план, как все исправить. Мы приманим дронов ненастоящим огнем и отключим вручную. А почему нельзя сделать это на базе? Дроны решат, что мы просто тренируемся и не прилетят. Лучше бы мы и правда тренировались. Готово! Теперь главное. У дронов есть кнопки отключения. Вот здесь. Наша задача добраться до них. Летят! Клевер супер пропеллер! Это было круто! Можно в следующий раз с вами? Стойте! Чувствуете? Это же дым! Что-то горит! Ага, вот! Смотрите! Лоти, туши! Бак, ты только что спас лес от пожара! Ты герой! Я просто всегда готов, как ты нас учила, Флора. Турист, ты почему жёг в лесу костер? А что, нельзя? Я так всегда делаю. Конечно, нельзя. Беатрис, расскажи о лесных пожарах, пожалуйста. Лесные пожары уничтожают в год миллионы деревьев. Часто причиной пожара являются люди, которые жгут в лесах костры. Даже оставленный в лесу мусор может привести к возгоранию. Я больше не буду. Но как же мне готовить обед? Для этого есть переносные печки. Пожарные точно в порядке? Я перенастроила их. Теперь они никому не навредят. Дрон, Адрон, слетай за лимонадом. Скрытая угроза. Как хорошо позавтракать на природе. Теперь можно и по домам. Сначала надо отнести мусор в контейнер. Это там. А, там? Ну нам-то туда. А мусор домой понесем. Нельзя же его вот так оставить. Турист,
У меня есть идея. Машинку. Куда же я ее положил? Зеленая тревога. Зеленая тревога. Ладно, потом найду. Сквики, не смотри на меня так. Беатрис, выведи стрековизор на экран, пожалуйста. Лес? Но что там случилось? Обнаружена угроза лесу. Обнаружена угроза лесу. Обнаружена где? Обнаружена угроза лесу. Ладно, ребята, проверьте, все ли в порядке в лесу. А я останусь и попробую разобраться. Почему Беатрис нам ничего не показывает? Что такое? Ах, да! У природы беда! Команда Флоры спешит туда! Сила лианы! Сила перекати поля! Клевера! Сила репейника! Сила лотоса! Вот она, угроза лесу. Ха, подумаешь, садовая тачка. Ой, и правда опасная штука. Дело не в тачке, скаут. Кто-то ломает ветки деревьев. Репей, к земле ноги приклей! Лиана, хват! Сделай захват! Фермер! Как тебе не стыдно ломать ветки? Ничего я не ломал. Они от ветра упали. Валежник собирать можно. Извини, фермер. Ребята, продолжаем искать угрозу лесу. Эх, жаль, что моя новая машинка потерялась. Тебе бы она понравилась, Фортуна. Я как раз хотел с тобой поиграть. Дерево! Оно было там, а потом исчезло. Бак, шутка на троечку. С минусом. Я не шучу. Наверное, это и есть угроза лесу. Деревья исчезают. Говорю вам, оно было прямо тут. Ой. Бак, ты в порядке? Леди Фокус! Если не считать, что я стукнулся об воздух, то да. Прости, это было дерево.
Просто ты не мог его видеть. Я репетирую новый номер. Исчезновение крупных предметов. Я так и знала! Леди Фокус – волшебница! Это просто оптическая иллюзия. Только моим зрителям этого знать не нужно. В общем, мы весь лес исходили, но так ничего и не нашли. А я так и не поняла, что с Беатрис. Она постоянно тревогу поднимает. Зеленая тревога. Зеленая тревога. Обнаружена угроза лесу. Ну что за день? Беатрис сломалась, машинка моя потерялась. А ведь я даже не успел с ней поиграть. Скаут, это я машинку взяла. А потом она сломалась, а потом я ее спрятала. Вот тут. Я ничего не вижу. Моя машинка! Прости, Скаут. Я боялась, что ты рассердишься. Ничего страшного, Фортуна. Ее можно починить. Ребята, вы искали на поверхности. А что, если угроза лесу все это время была спрятана? Как эта машинка? В земле! Это находитель! Я смастерила его, когда потеряла во дворе гайку. Он покажет, что находится под землей. Интересно, кто это здесь закопал? Обед в лесу. Что может быть лучше? О, привет, команда Флоры. А зачем вы наш мусор выкопали? Беатрис, расскажи о мусоре в земле, пожалуйста. Если закопать в землю отходы из стекла, металла или пластика, они останутся там на многие сотни лет. Все это время они будут медленно распадаться, выделяя в почву и воду вредные для окружающих растений вещества. Ага, а вредные вещества из этого мусора попали бы в ручей и разнеслись по всему лесу. Теперь понятно, почему Беатрис показывала нам весь лес. Я же говорил, пекарь, нужно было мусор нести до контейнера. Теперь только туда. Ну вот, починила. Можно играть. Спасибо, Фортуна. Лучше о проблеме говорить сразу, чем пытаться ее скрыть. Лия, какие мудрые слова. Я тоже должен кое в чем признаться. Эх, это я съел позавчера твое мороженое. Что? Так это был ты? Ну, я тебе! Все-таки, если ты съел мороженое, Лео, лучше промолчать.